хотим на национальном уровне сделать все то, что мы сделали на региональном. Сегодня, чтобы спорт развивался одинаково, неважно это Бельцы, Чатырлунга или другие города и села страны, мы подготовили законопроект, чтобы 5% от продажи сигарет и алкоголя шло на развитие молодежи и спорта по всей стране. Ребята, это 380 миллионов лей в год. Это вот конкретно на Чатырлунский район должно приходить в год порядка 7-8 миллионов лей. Церковь никто не расколет, русский язык никто никогда не запретит. Голубизна никогда не будет делать того, о чем нас сегодня пугает. Я сегодня в коалиции только с молдавским народом. Я не могу делать коалицию всеми, кто грабили и уничтожали эту страну. Я хочу сегодня избавить страну не только от кульков, а поверьте, любой человек в этой стране, который приносит пользу, я с этого человека буду сдавать пылинки. Со всяких кульков, проходимцев, и кто будет грабить страну, я вам публично обещаю, я их просто уничтожу. И для этого у меня будет свой молдавский Моссад. Спасибо.